представляем вашему вниманию комплект из клавиатуры и мыши от компании Logitech модели MK520, в который входит беспроводная клавиатура K520 и беспроводная мышь M305. Клавиатура имеет очень стильный дизайн, также порадовала большая клавиша Enter. Также клавиатура имеет дополнительные мультимедийные клавиши. Благодаря полноразмерной клавиатуре со скругленными клавишами, эргономичной лазерной мыши с плавными контурами, а также долговечным батарейкам, этот стильный набор подарит вам удобство и комфорт в управлении. На нижней части клавиатуры расположились регулируемые ножки. Вы можете выдвинуть складные ножки, чтобы увеличить наклон клавиатуры до 8 градусов и добиться максимального удобства. А также прорезиненные вставки, которые предотвращают скольжение клавиатуры по столу. А под крышечкой расположилось место для хранения USB-приемника, а также место для двух батареек типа 2А. На верхней правой части клавиатуры расположилась кнопка «Включить-выключить» питание клавиатуры, а также индикатор заряда батареи. Что касается мыши, она эргономична. Плавные контуры боковых поверхностей мыши и мягкие прорезиненные вставки позволяют управлять мышью с непревзойденной точностью и обеспечивают дополнительный комфорт. Вам понравится плавное точное движение практически по любой поверхности. Симметричный дизайн мыши позволяет работать как правой, так и левой рукой, при этом пользователь не будет чувствовать себя дискомфортно. На нижней части мыши расположились кнопка «Включить-выключить», а под крышечкой место для одной батарейки и место для хранения USB-приемника. Усовершенствованная беспроводная технология, работающая на частоте 2,4 ГГц. Вы можете работать или играть, находясь где угодно, например, на диване, так как при беспроводном подключении, обеспечивающем связь на большом расстоянии, практически отсутствуют задержки, сбои и помехи. Расстояние работы от приемника до 10 метров. Также на верхней части мыши имеется индикатор заряда батареи. Срок службы батареек до 3 лет для клавиатуры и до 1 года для мыши. Практически исключает возможность замены батареи. Миниатюрный беспроводной приемник можно оставлять в ноутбуке, так что вам не придется отключать его всякий раз, как нужно перейти с одного места на другое. И при этом он устанавливает соединение и с клавиатурой, и с мышью. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.